Заправленная кровать. Назовите фамилию человека, в честь которого назвали континент Америка. Будьте внимательны. Неверно, Веспуччи. Как называется мать жены? Все остальные молчат. Верно, история. Над морским флотом какой державы Петр I одержал первую победу? Тишина. Верно. Как называется тихая, незвонкая речь, которая произносится без участия голосовых связок? Все молчат, кроме Ланы. Верно. На территории какой современной страны жил первый в Европе книгопечатник Иоганн Гутенберг? Это неправильный ответ. Неверно, в Германии. География. Какой остров самый большой на Земле? Это тоже неправильный ответ. Неверно, Гренландия. Как называется звуковое явление в атмосфере, сопровождающее молнию? И, к сожалению, ни одна команда не зарабатывает мешочек с волшебным песком. Неверно, гром. Мифология. Какое чудовище убил афинский царевич Тесей? Это неправильный ответ. Неверно, Минотавра. Кто по национальности модельер из Самияки? Стоп! Все, коснулись пола. Неверно, японец. Кто был основоположником изучения условных рефлексов? Это неправильный ответ. Павлов. Как называется территориально-административная единица Швейцарии? Это неправильный ответ. Неверно, кантон. Что символизирует кольца олимпийской эмблемы? Более того, такого варианта ответа не было. Неверно, континенты. Какая башня выше, Эйфелева в Париже или Останкинская в Москве? Нельзя сейчас подсказывать. Верно. Как называется специальное здание для тренировки верховых лошадей и обучения верховой езде? Будьте внимательны. Манеж. Какую французскую певицу называли «Парижский воробей»? Тишина. Верно. Архитектура. Сколько башен насчитывает московский Кремль? Это неправильный ответ. 20. Астрономия. Назовите планету, ближайшую к Солнцу. Тишина. Верно. Какая педаль в автомобиле правее, газ или тормоз? Это тоже неправильный ответ. Неверно, газ. Как называется документ о текущей успеваемости студента? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, зачетная книжка. Как называется условная линия, из-за которой встает и за которую заходит солнце? Концентрация. Никаких подсказок. Верно. Банк. Какая британская колония была возвращена Китаю в 1997 году? Полная тишина. Никаких попыток подсказывать. Верно. Банк. Назовите последний день недели в Израиле. Полная тишина. Верно. С какой ноги по народной поговорке вставать не к добру? Никаких подсказок. Верно. Банк. Один. Как был назван мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году? Это неправильный ответ. Неверно, Великая депрессия. Каким французским словом называется первый показ фильма? Никаких попыток подсказывать. Верно. Мифология. Во что превращала людей взгляды медузы Горгоны? Это тоже неправильный ответ. Неверно, в камень. Физика. Как называется процесс преобразования по всей массе жидкости? А мешочек с волшебным песком вновь остается у меня. Кипение. Медицина. Сколько групп крови человека выделяют медики? Полная тишина. Верно. Банк. Музыка. С 1950. Время вышло, я не успеваю закончить вопрос. Раунд второй. И у вас в банке 30 тысяч рублей. Как звали жену Сальвадора Дали? Это неправильный ответ. Галла. Каким к грибам относится сморчок? К съедобным или несъедобным? Никаких подсказок. Верно. Какой из российских городов расположен южнее, Волгоград или Самара? Это тоже неправильный ответ. Неверно, Волгоград. Когда праздновался Новый год в России до реформы Петра I? Так, все молчат. Верно. Банк. Физика. Каким станет заряд атома, потерявший электрон? Минус. Минус неправильный ответ, положительный. В каком году произошло ледовое побоище? А мешочек с волшебным песком остается у меня. В 1242-м. Кому на обед достался колобок из одноименной сказки? Все молчат. Верно. В честь какого растения в Белоруссии месяц сентябрь называют вересень? Молчат все. Верно. Василий. В каком городе в 776 году до нашей эры проводились первые Олимпийские игры в честь бога Зевса? Это неправильный ответ. Неверно, в Олимпии. Как звали великого персидского поэта и математика, предложившего календарь более точный, чем современный григорианский? Это неправильный ответ. Омар Хайям. Назовите водное травянистое растение, стебли которого служили в Древнем Египте материалом для письма. Это тоже неправильный ответ. Неверно, папирус. Какая птица изображена на гербе города Чехов Московской области? Более того, такого варианта ответа даже не было. Неверно, чайка. Как называется промежуток времени, приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг Солнца? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, год. Как назывался остров, где в 1703 году была заложена Петропавловская крепость? Это неправильный ответ. Заячий. Назовите профессию специалиста по проводке судов в пределах определенного участка.
Это тоже неправильный ответ. Лоцман. Как называется специальный стол для игры в карты? И мешочек с волшебным песком остается у меня. Ломберный. Как называется расплавленная горная порода, извергаемая вулканом? Полная тишина. Верно. Кино. Какая актриса сыграла главную роль в фильме «Основной инстинкт»? Очень жаль. Занимай свое место. Шерон Стоун. Как звали древнегреческого философа, который жил в глиняной бочке? К сожалению, вы допустили досадные ошибки. Неверно, Диоген. Кому раньше по традиции желали ни пуха, ни пера? Полная тишина, потому что после третьего промаха я ухожу к соперникам. Верно. Какой химический элемент является самым легким? Тишина. Верно. Какой горе пристал Ной в ковчег после потопа? Полная концентрация. Верно. Какое сооружение на футбольном поле имеет размеры 2,44 на 7,32 метра? Никаких подсказок, тишина. Верно. Люди какой профессии первыми получили звание Герой Советского Союза? Полная тишина. Верно. Религия. Как звали пастуха, который в единоборстве победил великана? Время вышло, и я не успеваю закончить вопрос. И у вас в банке 60 тысяч. История. За какого монарха в 1773 году выдавал себя Емельян Пугачев? К сожалению, команда «Лакомка» не справилась с вопросом на засыпку. А команда «Клубнички» была близка к победе, но допустила досадные ошибки. А значит, в нашей сегодняшней игре нет победителей. Неверно за Петра Третьего. Под каким названием известно соглашение стран Евросоюза о безвизовом въезде? Будьте внимательны. Шенгенское соглашение. Какая территория была куплена в США у России в 1876 году? 60. Верно. Музыка. Назовите фамилию австрийского композитора 17 века, который носил имя Вольфганг Амадей. 120. Верно. У какого древнеегипетского изваяния голова человека и тело льва? 180. Верно. В каком океане находится Старгассово море? Это неправильный ответ. Неверно, в Атлантическом. Какой раздел физики изучает звуковые волны? Более того, такого варианта даже не было. Акустика. Кино. В какой стране родилась актриса Элизабет Тейлор? Свеча, будьте внимательны. Был вариант ответа «Скалолаз» и «Командор», а не «Скамандор» и не «Вскамандор». Впредь будьте внимательнее. Неверно, Великобритания. Спорт. В бассейне какой длины проводятся олимпийские соревнования по плаванию? 50 метров или 100? 240. Верно. Назовите фамилию французских изобретателей воздушного шара. Это неправильный ответ. Монгольфье. Математика. У какого четырехугольника параллельны только две стороны? Это неправильный ответ. Неверно, трапеция. Как называется плавающая ледяная гора, большая часть которой скрыта под водой? 34. Верно. Банк. Столицей какой страны является Кингстон? Стокгольм. Неверно, Ямайка. Какой город в 1935 году был переименован в Куйбышев? Это неправильный ответ. Самара. Как называется парламент в США? Это неправильный ответ. Конгресс. Анатомия. Андроген – это гормон мужской или женский? Это неправильный ответ. Неверно, мужской. Какая религия была официально признана в России указом императрицы Елизаветы Петровны в 1741 году? Это тоже неправильный ответ. Неверно, буддизм. Как называют зеленый налет на поверхности изделий из меди? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, патина. Кулинария. Какой цвет придает блюдам из риса шафран? Ребята торопились и не справились с заданием. Неверно, желтый. Какая британская королева отметила 60-летие правления в 1897 году? Что ж, мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, Виктория. В какой стране самым распространенным языком является хинди? По одному. Верно. Животные. Земноводные относятся к теплокровным или хладнокровным? Хладнокровным. Верно. Чему равна площадь квадрата со стороной 6 сантиметров? К сожалению, у Татьяны Анатольевны был фальстарт. Поэтому право ответа я даю Екатерине Дмитриевне. 36 квадратных сантиметров. В каком году Колумб открыл Америку? 1200 лет сейчас было. Открыть Америку. Ваш ответ не принимается. И команда вновь не разочаровала меня. Раунд четвертый. И к этому моменту вам удалось заработать удручающую сумму – 90 тысяч рублей. Техника. Какой прибор измеряет электрическое напряжение? Тишина. Верно. Какое имя носит знаменитый испанский тенор Карерас? Это ошибка. Хосе. Кулинария. Какой напиток, получаемый из перебродившего виноградного сока, бывает белым, красным или розовым? Тишина. Никаких подсказок. Не пытайтесь. Верно. Банк.
Как называется спортивный снаряд в виде металлического шара, используемый для толкания? Ядро. Верно. Как звали борца за гражданские права чернокожих американцев, чей день рождения стал национальным праздником США? 120. Верно. Назовите самое глубокое озеро в мире. Тишина. Верно. Бам. Какое мифологическое существо является получеловеком, полуконем? 136. Верно. В каком веке построена Эйфелева башня? Вместо «заяц» написали «азяц». Неверно, в 19-м. Престо. Это быстрый или медленный музыкальный темп? К сожалению, это ошибка. Неверно, быстрый. Кулинария. Разновидностями какого продукта являются бри, камамбер и гауда? 21. Верно. Почему португальскую корриду считают менее жесткой, чем испанскую? Там не убивают быков. Верно. Литература. Как называется знаменитый цикл из 10 новелл «Боккаччо»? Команда «Свеча» вместо слова «жилет» написала «жители». Это ошибка. А команда «Башня» вместо слова «заяц» написала «азяц». А значит, в нашей сегодняшней игре нет победителей. Декамерон. Кто был первым президентом США? Будьте внимательны. Верно. Банк. Музыка. Сколько струн у скрипки? 5. Неверно, 4. Анатомия. Какое вещество переходит из крови в воздух благодаря работе легких? Это неправильный ответ. Верно. Банк. Религия. Как звали брата Каина? Это неправильный ответ. Верно. Техника. Назовите фамилию братьев-летчиков, которые совершили первый в мире полет на самолете с двигателем внутреннего сгорания. К сожалению, это тоже неправильный ответ. Верно. География. Какой канал соединяет Волгу с Азовским морем? Более того, такого варианта ответа даже не было. Неверно. Волго-Донской канал. У какого музыкального инструмента несколько клавиатур и большое количество труб? 274. Верно. Банк. Какое дорожное движение принято в Японии? Правостороннее или левостороннее? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, левостороннее. Какое растение является близким родственником томата, огурец или картофель? Орнитолог – это неправильный ответ. Верно. Банк. Мифология. Какая страна, остров, согласно древнегреческому преданию, погрузилась на дно океана? Команда «Магнолия», будьте внимательны. Лучше обсуждайте варианты ответов. Атлантида. С какой страной граничит американский штат Северная Дакота? Это неправильный ответ. Неверно, Канада. Как звали героиню сказки Льюиса Кэрролла, которая путешествовала по стране чудес? Ребята, вы перепутали слова. Такого варианта не было. Верно. Время вышло. И вы, конечно же, достигли цели. Гаje oliwne w krajach śródziemnomorskich. To tutaj, w słonecznym klimacie, dojrzewają oliwki, z których powstaje doskonała oliwa Biedronki z pierwszego tłoczenia. Bezpośrednio z gajów trafia na nasze stoły, by cieszyć podniebienia dojrzałym smakiem i delikatną nutą pieprzu. Słynąca z wysokiej jakości oliwa Casa de Azeite z pierwszego tłoczenia, tylko w Biedronce. No, a który mówił, że tłoczenie jest bez sensu? Раунд пятый. Общая сумма вашего выигрыша составляет 120 тысяч рублей. В какой азартной игре выигрыш зависит от того, в какое нумерованное гнездо на вращающемся колесе попадает шарик? Это тоже неправильный ответ. Верно. На каком континенте живет народ Чероки? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Северная Америка. Персонажами какой оперы Моцарта являются граф и графиня Альмавива? Слушайте внимательно мой вопрос. Свадьба Фигаро. География. Как называется крупнейший морской порт Аргентины? Сосредоточьтесь. Не тратьте драгоценные секунды зря. Будьте внимательны. Верно. Религия. Как называется последняя совместная трапеза Христа и апостолов? Будьте внимательны. Тайная вечеря. Животные. Дикобразы, хищники или травоядные? Это неправильный ответ. Верно. Мифология. Бог виноградарства и виноделия Дионис. Греческий или римский бог? Разве сверчок одомашнен? Верно. Банк. В какой части света находится Узбекистан? Он как раз встречается в дикой природе. Верно. Какое имя носил французский художник Гоген? Мешочек с волшебным песком остается у меня. Оль. Математика. Если одна сторона квадрата равна 5 сантиметрам, какова длина противоположной стороны? Это неправильный ответ. Верно. Куда, согласно пословице, ведет дорога, вымощенная благими намерениями? Слушайте внимательно мой вопрос. Верно. Банк. Южный берег озера Онтарио, территория США, а какой стране принадлежит северный? Это неправильный ответ. Верно. Банк. Мифология. Как в скандинавской мифологии назывались воинственные девы, решавшие по воле бога Одина исход сражений?
Это неправильный ответ. Неверно, Валькирия. Техника, какое устройство предназначено для автоматического управления самолетом? Мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, автопилот. Кто занимает доминирующее положение в обществе при патриархате? Поэтому вы допустили досадную ошибку. Очень жаль. Верно. Какое имя взял себе боксер Кассиус Клей? О, та же ошибка. Верно. Банк. Как называется музыкальное вступление в классической опере? Очень жаль, ребята. У вас получились веселые пеликаны, но я не могу их зачитать как верную аппликацию. А значит, мешочек с волшебным песком остается у меня. Увертюра. Как в апокалипсисе названо место последней битвы между добром и злом? Занимайте свои места. Армагеддон. География. Какой океан омывает берега Перу? Это неправильный ответ. Неверно, Тихий. Какой цвет окрашивается лакмусовая бумага в кислой среде? Красный или синий? К сожалению, это неправильный ответ. Неверно, Красный. Столицей какого центральноамериканского государства является... Я не успеваю закончить вопрос. Время вышло. Раунд 6. Вы выиграли фантастическую сумму. 150 тысяч. Как называется научное учреждение, специально оборудованное для астрономических и метеорологических наблюдений? Это неправильный ответ. Верно. Под каким названием вошли в историю средневековые военные походы западноевропейских христиан на Ближний Восток? Более того, такого варианта ответа даже не было. Крестовые походы. Как называется сплав, основу которого составляют медь и цинк? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, латунь. В какой стране в конце 19 века произошло восстание, известное как боксерское? Это неправильный ответ. Неверно, в Китае. Как мы называем свойства человеческого мозга хранить и воспроизводить информацию? У обеих команд уже есть сбитые кегли. Верно. В каком языке родственном немецкому алфавит не латинский, а еврейский? Не торопитесь. Неверно, идиш. Как в древнегреческой мифологии назывались 12 богов, дети Урана и Геи, побежденные Зевсом? Андрей Львович, к сожалению, у вас был фальстарт. Вы подняли руку раньше гонга. Поэтому право ответа я даю Евгению Владимировичу. Титаны. Какой заряд имеет ядро атома, положительный или отрицательный? Это неправильный ответ. Верно. Какие горы традиционно считают линией, разделяющей Европу и Азию? Это тоже неправильный ответ. Верно. Банк. Какой вид спорта раньше называли футболом в воде? Пас. Верно. Банк. Как называются два основных противоположных начала в китайской философии? Верно. Банк. Какое дикое животное является предком домашней свиньи? Дальше. Верно. Как называется наука о методике создания географических карт? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, картография. Сколько минут составляет 2/3 часа? Будьте внимательны. Верно. Банк. В каком итальянском городе находится театр Ла Скала? Слушайте внимательно мой вопрос. Неверно, Милан. Религия. Какая птица была первой выпущена с Ноева ковчега? Это неправильный ответ. Неверно, ворон. Какое побережье Австралии омывается Тихим океаном? Восточное или западное? Это тоже неправильный ответ. Верно. Банк. Литература. Назовите автора романа «Унесенные ветром». И этот мешочек с волшебным песком остается у меня. Очень жаль. Будьте внимательны. Неверно, Маргарет Митчелл. Какого цвета государственный флаг Турции? Это неверный ответ. Красного. География. В каком океане находится течение Гольфстрим? Время вышло. Вы слишком поздно сказали ответ. Раунд 7. И у вас в банке сказочная сумма. 180 тысяч. Математика. Чему будет равен периметр квадрата, если длина стороны равна 5 сантиметрам? Так не считается. Еще один круг. Еще один круг. Ты нарушил. Еще один круг. Верно. Какой микроскоп дает более сильное увеличение, оптический или электронный? Потому как команда «Теплый ветер» нарушила правила. Им пришлось сделать еще один круг вокруг конуса. Правила должны выполняться. Один из ваших игроков бежал с листом, прижав его к груди. А это ошибка. Верно. Банк. Назовите имя голландского художника Ван Гога. Остальные слова вы даже не соединили, да? Да, мы не успели их. Очень жаль. У вас было достаточно времени. Неверно, Винсент. Главой какого государства является Папа Римский? Будьте внимательны. Верно. Банк. Какая организация создана в 1923 году для того, чтобы обеспечивать сотрудничество правоохранительных органов разных стран? Внимание, спортсмены, слушайте мой вопрос. Интерпол. Слоны животные травоядные или всеядные? Не успели надеть штаны. К сожалению,
Это проигрыш, друзья. Верно. География. В каком океане находится Сейшельский остров? Это неправильный ответ. Неверно, индийский. Как назывался роман Томаса Мора об идеальном общественном строе? Это тоже неправильный ответ. Утопия. В какой стране принадлежат крупнейшие в мире запасы нефти? Саудовской Аравии или Ираку? Ребята, я давал вам три варианта ответа. Не было варианта «пирог с маслом». В них был вариант «пирожок» и «горшочек с маслом». Поэтому я не засчитал ваш ответ. Впредь будьте внимательны. А мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, Саудовской Аравии. Какого древнегреческого баснописца мы вспоминаем, когда говорим об иносказательном языке? Это неправильный ответ. Верно. Чему равен квадратный корень из 64? Это неправильный ответ. Верно. Банк. Как называется изображение на коже, выполняемое при помощи специальных игл? А что, когда лопатку раскладываешь, она становится блином? Верно. В каком году человек впервые ступил на поверхность Луны? В 1961 или в 1969? Это очень простая загадка, ребята. Очень жаль, что вы не нашли правильного ответа на нее. И мешочек с волшебным песком остается у меня. Верно. Банк. Музыка. Какой итальянский композитор в 1816 году написал оперу «Сивильский цирюльник»? Будьте внимательны. Россини. Животные. Какая акула крупнее, китовая или большая белая? Это неправильный ответ. Верно. Назовите регион Франции, который знаменит своими белыми игристыми винами. Гимнастки. Будьте внимательны. Верно. Анатомия. Сколько у здорового человека почек? Это неправильный ответ. Верно. Банк. Как звали ученого и художника, который еще в 1483 году предложил идею летательного аппарата? Время вышло. Раунд 8. Вы выиграли 210 тысяч. Чемпионом мира по какому виду спорта в 1948 году стал Михаил Ботвинник? Это неправильный ответ. Верно. Какое название получил период напряженных отношений между СССР и странами Запада? Это неправильный ответ. Верно. Где обитают императорские пингвины, в Арктике или в Антарктике? Это неправильный ответ. Верно. Банк. Какой лидер итальянских фашистов возглавил марш на Рим в 1922 году? К сожалению, вы нашли всего 4 отличия. Жаль, ведь у вас было достаточно времени. Занимай свое место. Верно. Литература. Как звали Горбуна в романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»? На самом деле, эти точки одинаковы. Верно. Банк. Под каким псевдонимом известна киноактриса Норма Джин Бекер? Будьте внимательны. Верно. Как расшифровывается надпись УКВ на шкале радиоприемника? Это неправильный ответ. Верно. Анатомия. Какой орган человека содержит желчь, вырабатываемую печенью? Это неправильный ответ. Верно. Какая железнодорожная магистраль соединяет Москву и Владивосток? Кокетки, будьте внимательны. Вам нужно просто правильно произнести слово. Неверно, Сибирская магистраль. Животные. Анаконда относится к ядовитым змеям или удавам? Капитан команды спасателей произнес это слово не полностью. Букву «Х» он не назвал. Верно. Как называют слова, различные по звучанию, но близкие по смыслу? Ах, мячик был у Таси в руках, она не успела передать его. Следующему игроку, Тася, пожалуйста, занимай свое место. Выбываешь из этой игры. Неверно, синонимы. В какой династии принадлежал российский император Николай II? Виталик, к сожалению, ты должен покинуть нашу игру. Занимай свое место. Верно. Политика. Кто является верховным главнокомандующим вооруженных сил? Время вышло. Общий приз сегодня составляет... 300 тысяч рублей. Какое из 7 чудес света находилось в египетском городе Александрии? Нужно не бросать, а аккуратно передавать мячик из рук в руки. Аккуратно передавать. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Александрийский маяк. Какие мифические существа заманивали мореходов на скалы своим пением? Так как я сотрудник МЧС России с 26-летним стажем, так, то могу предположить, что группа, может быть, и не один дальнобойщик, не один грузовик попал в снежные заносы или в иные тяжелые дорожные ситуации. И в связи с тем, чтобы не глушить двигатель, чтобы поддерживать жизнеобеспечение автомобиля, он ночует в кабине и ждет помощи. Это правильный ответ. Какое побережье Австралии омывается Индийским океаном? Восточное или западное?
Друзья мои, вы держали практически вдвоем этот мячик, поэтому вдвоем вам придется покинуть наш круг. Это правильный ответ. В каком году произошло объединение Германии? В 1980 или в 1990? Закончилось топливо. И что? И на дороге встал и ждет помощи от других дальнобойщиков. Это правильный ответ. Какой американский джазовый музыкант руководил оркестром, записавшим музыку к фильму «Серенада солнечной долины»? У Никиты в руках оказался мячик, когда зазвучал гонг. Никита занимает свое место. Правильный ответ. Сколько дней, по мнению писателя Джона Рида, потрясли мир? Ах, Вероника! Мячик был у тебя, когда прозвучал гонг. Выбываешь из нашего круга? Это правильный ответ. Столицей какой страны является Куала-Лумпур? Алена, в твоих руках оказался мяч во время звучания гонга. Выходишь из игры. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Малайзия. География. Какой город является столицей Канады? Настенька, это ты. Это правильный ответ.